Прошло 13 лет со дня кончины архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Двенадцатого декабря президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи посетили в аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Аллею почетного захоронения также посетили депутаты Милли Меджлиса, министры, руководители комитетов, компании и учреждений, представители общественности республики. Президент Ильхам Алиев возложил венок к могиле великого лидера. Глава государства Ильхам Алиев, его супруга Мехрибан Алиева и члены семьи возложили цветы к могиле супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Ханум Алиевой.
Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. Возложены цветы на их могилы. В церемонии посещения могил общенационального лидера Гейдара Алиева приняли участие премьер-министр Артур Расизаде, председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, руководитель администрации президента Рамиз Мехтиев и другие официальные лица.